Я верю, что облако Божьей благодати, оно незримо будет присутствовать в нашем зале. Мы молились, мы ожидали этих дней, и Господь нам даровал эту встречу. Слава Ему! И я предлагаю вместе с Винницким эволюционным хором спеть чудесный гимн и засвидетельствовать, что благословение потоки мы ожидаем. И есть тот, имя которому благословляющий, и он желает благословить каждого присутствующего, кто прибыл на нашу конференцию, чтобы получить ожидаемое от него во имя Иисуса. Он здесь, чтобы благословлять. Он здесь, чтобы вдохновлять. Он здесь, чтобы исцелять, перевязывать сердечные раны и дать надежду дальше идти и побеждать во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, будем петь всей конференции, всем залом стоя, благословение потоки. И после нашего пения будет приветствовать конференцию епископ Винницкой области Михаил Якубчук. Мир вам, братья и сестры, христианская молодежь, служителя Церкви Господней. Сегодня в этом прекрасном зале мы имеем чудесную возможность иметь встречу друг с другом и самое главное с Иисусом Христом. Он верен в Слове Своем. Он сказал, что там, где собираются во имя Его, там Он пребывает. Он здесь. С нами. Он стучит в наше сердце.
Он сегодня дарует нам эту чудесную возможность. Пророк Исаия в 26 главе записал такие слова: «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Дорогая христианская молодежь, сегодня Винницкая церковь приветствует вас с этим славным событием, началом 17-й Всеукраинской молодежной конференции. Мы рады в нашем городе встречать вас, видеть и вместе славить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, который был, есть и грядет, который был мертв, а теперь живой. Живой, потому что воскрес, умерший за грехи наши. Живой, потому что для того и родился, чтобы умереть за наши грехи. И воскрес для того, чтобы мы вместе с Ним были в тех вечных обителях. Сегодня на этом месте мы будем призывать имя нашего Господа, благословляя Его, просить Его благословения, Его присутствия, чтобы каждый присутствующий на этом месте мог за эти дни конференции иметь встречу с Иисусом Христом, мог искренне с Ним побеседовать, мог искренне обратиться к Нему своей нуждой или проблемой, мог искренне поблагодарить Его за явленные милости и за Божье благословение. Поэтому, начиная нашу молодежную конференцию, я хочу приветствовать вас такими словами, которые в свое время апостол Павел записал Фессалоникийцам во втором послании. Это мое пожелание тебе, христианская молодежь. Апостол Павел записал это в 3 главе 16 стихом. «Сам же Господь мира, да даст вам мир всегда во всем, Господь со всеми вами». Слава Ему! И да пребывает Он всегда со всеми вами. И да наполняет Он жизнь вашу в вашем служении Господу, чтобы вы в жизни своей наибольшее желание имели это служить Господу. Искали того, что приносит внутреннее удовлетворение, не временные греховные наслаждения, а то, что приносит внутреннее удовлетворение – это служить Господу. И пусть Господь мира, Он всегда дарует вам мир, всегда и во всем. И пусть Он всегда пребывает с вами. В свое время человек Божий, будучи царем на этой земле, но постоянно имел потребность в Господе. И в свое время молился Господу такими словами: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим». Братья и сестры, сегодня, в этот час, мы склоним наши головы, мы откроем наше сердце, мы искренне поблагодарим нашего Господа за эту возможность и попросим Его благословения, дабы мир Божий пребывал с нами и в нас, дабы Его благословение наполняло нашу жизнь. Поэтому славим нашего Господа, молимся, просим Его благословения. Аминь. Благословен Господь.
Небесный, здесь собрались дети Твои, искуплены Тобою, оправданы через Голгофу, призваны для вечной жизни. Благодарение Тебе, слава, слава, честь и поклонение. Да будет благословенно имя Иисуса Христа. Да будет Тебе хвала и слава, потому что Ты достоин ее. Мы благодарны Тебе за то, что уже 17-я конференция молодежная, и мы имеем эту чудесную возможность встречаться с молодежью и вместе славить и благословлять имя Иисуса Христа. Мы призываем Твои благословения и просим Тебя, благослови! Благослови, о Дух Святой, наполни каждое сердце и оживотвори дух народа Твоего для славы имени Твоего Святого. И да будет благословенно имя Иисуса Христа, и Твое благословение да придет в каждое сердце, Господь. Да придет Твоя милость и утешение тем, которые сегодня имеют эту потребность. Да придет благословение Твое тем, которые сегодня ищут Его, которые сегодня жаждут Его, Господь Всемогущий. И поэтому от имени служителей я благословляю эту конференцию, эту молодежь, Господь, от имени Церкви. Благословляем именем Иисуса Христа на служение и поклонение Тебе, живому и вечному Богу. И да придет благословение Твое в каждую жизнь, да придет милость Твоя и мир Твой Святой всегда и во всем, да наполняет эти молодые сердца, чтобы их сердце всегда было предано Тебе, и Ты всегда был с ними в жизни их. Господь, благослови, используй их в жизни их для служения и поклонения Тебе, для устройства Церкви Твоей и для спасения душ, которые сегодня еще имеют эту потребность. Отец Небесный, мы просим это во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа да придет благословение Твое и утешение и мир Твой, а Ты будь прославленный, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, мы сейчас вместе с хором еще прославим нашего Господа. Мы споем этот чудесный псалом, который говорит: «Хвала Тебе, о Боже мой!» Каждый в своем сердце проверь, за что сегодня славить Господа ты можешь. И пусть твои уста и сердце славят Господа. Thank you.
сегодняшней конференции взят из текста Священного Писания, Второзакония, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирять тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Так в свое время было такое обращение к народу израильскому. Сегодня, дорогая молодежь, христиане, сегодня Слово Божие обращается к нам и нам говорит, что мы тоже должны что-то помнить. И апостол Павел Ефесянам, читаю выборочно со второй главы, записал такие слова. Он записал так: «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завету обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Это было когда-то. Но сегодня на этом месте собрались другие люди. На этом месте собрались, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкие кровью Христовой. Слава Иисусу Христу, что Он нас сроднил в Иисусе Христе кровью Его. И поэтому мы, когда читаем Слово Божье, там описывают евангелисты о цене нашего прощения и спасения. Это Голгофа, это терновый венок, это бичевание, это насмешки, это оплевание. И все это делали за тебя и за меня. И все это делали для того, чтобы мы сегодня именовались именем Его и сегодня были участниками этой конференции. Поэтому, братья и сестры, дорогая молодежь, перед нами молитва. И пусть в этой молитве наше сердце наполнится благодарением нашему Господу. Мы забудем наши проблемы, ситуации, вопросы наши. Давайте мы откроем наше сердце и искренне поблагодарим нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы были отчуждены, мы были далеки, но Он сроднил нас. Он нас сделал родными. Слава Ему! И пусть в этой молитве твое сердце не молчит. Обрати внимание на милости Господни и прослав Его не только устами, но искренне всем сердцем своим. Молимся, благодарим нашего Господа.
що ми не бачимо, як матеріальний світ, так і духовний світ ти створив. І це все ти створив для користування людині, для того, щоб люди могли досягнути того єднання з тобою в одному дусі, в одне тіло Ісуса Христа. Аллилуйя, слава, хвала, подяка, честь, благодарение Тебе, наш вечный Бог. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный, что Ты так возлюбил мир, в том числе и каждого из нас, что дал Сына Своего Единородного, дабы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Благодарение Тебе, Иисус, за то, что Ты добровольно взял на Себя наши грехи, пошел на Голгофу, нес тот тяжкий крест, падая, изнемогая, избитый, израненный, измученный. Иисус, Ты шел. И каждый шаг Твоего шествия на Голгофу – это шаг победы. Победы над грехом, победы над смертью, победы для вечной жизни творения Твоего. Победа для вечной радости творения Твоего. Благодарение Тебе. То в число этого избранного народа Ты позвал каждого из нас. И мы сегодня именуемся именем Твоим святым. Благодарение Тебе. Благодарение Тебе за Голгофу, за венок терновый, за кровь пролитую, за израненное, избитое, измученное тело Твое. Тому, что Ты взял на Себя наши грехи и беззакония. Благодарение, благодарение Тебе. Да будет благословенно имя Твое, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, тему спасения, прощения, страдания Иисуса Христа, цены нашего искупления, продолжит хор в псалме «Он был он людьми презрен, отвержен». Вдумываемся в эти слова и оцениваем милость Господню. Он взял
любовь победила наш грех. Садитесь, пожалуйста. Продолжая нашу конференцию, мы сейчас будем слушать приветственное слово начальствующего епископа братства Оцехвие Бабия Георгия Арсеньевича. Будем вдумываться в эти пожелания, и после приветственного слова хор еще споет псалом. Дорогая молодежь, дорогие братья, ветераны, узники и узницы, сестры, дорогие гости, вельми шановні наші віничани, я вас всіх сердечно приветствую во ім'я Ісуса Христа. І поздравляю з цим праздником, з цієї 17-ї конференції молодежі, яку ми відмічаємо вже несколько раз на этом місці і в этом городі. Слава Ісусу! Эта конференция, которую мы имеем сегодня, особенная конференция. Это особенное собрание. И вы хорошо сделали, что вы пришли, приехали сегодня, чтобы здесь разделить это общение вместе друг с другом и вспомнить тот путь, по которому вел Господь наших братьев, наших дедушек, наших отцов, и нас с вами, слава Богу. Особенность этой конференции, она связана с тем, что в этом году и в этот день мы отмечаем юбилей служению брата Воронаева, который приехал миссионером на Украину, начал благовествовать это Евангелие, Царство Божие, полное Евангелие, особенно подчеркивая то, что это Евангелие без Духа Святого, без Его силы, это мертвая буква. Но Дух, который животворит, который действует этим словом, он начал проповедовать это Евангелие, и из его служения организовались многие церкви христиан веры евангельской, крещенных Духом Святым. Слава Богу! В этом году еще особенно подчеркивается еще одна дата – 450 лет Першого Евангелия, Пересопскому Евангелию, тому Евангелию, на котором сегодня президенты, ложа руку, дают присягу на верность своему народу. Это особенное Евангелие. И особенное потому, что на этой книге, на этом Евангелии положена печать самого Господа и Иисуса Христа. И не просто Его рука, но она запечатлена Его кровью, Его Духом Святым. Слава Иисусу! И мы сегодня хотим отметить особенность. Это Евангелие, особенность этому служению, особенность в том, что нас с вами Бог удостоил этой милости, этой чести, этого благословения. Благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря служению этих братьев, которые шли впереди нас, начиная от Воронаева и до наших дней, это были особенные дни, это было особенное время, когда за это Евангелие, за это благовествование уплачена цена и кровью, и страданиями, и узами. Слава Иисусу! Дал сегодня Бог нам такое благоприятное, свободное, тихое время, и мы в таком большом количестве можем иметь такой большой форум, радоваться при песнопениях, при этом общении. Но многие наши братья имели другие конференции за колючей проволокой,
тюрьмах, в ссылках, в лагерях, без детей, без жен, без семей, в голоде, в холоде, несли, проповедовали это Евангелие, и благодаря их жертве, их служению, их труду мы с вами сегодня имеем это благословение и это счастье. Слава Иисусу! Я хочу напомнить место Священного Писания, и мы еще вместе возблагодарим Господа за эту милость, за это Евангелие, за это благословение. В 65-м псалме записаны такие слова с 5 стиха. «Придите и возрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Он сохранил душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу. Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, и изрек язык мой скорби моей». С такими словами этот псалмопевец обращался в свое время к Господу, помня тот путь, по которому вел их Господь. Девиз нашей конференции – «Помни путь, по которому вел тебя Господь». Помнят это наши братья, служители, узники, сестры наши, которые есть еще сегодня между нами. Помним это мы, ибо мы очень хотели бы, чтобы этот путь помнили и вы. Дорогая молодежь, дети наши, внуки наши, чтобы Бог вас дальше вел этим путем, и вы были готовы нести это Евангелие, благовествуя, проповедуя, возвещая его всем людям и всему миру. Мы встанем все на наши ноги. Мы возблагодарим Господа за эту милость, за это Евангелие, за это время, которое дал нам сегодня Бог. И будем просить, чтобы Бог благословил нас и далее оставаться верными Ему, послушными, идя этим путем, который Он проложил, начиная от яслей Вифлеема и до самой Голгофы. И апостол Петр говорит, Он оставил нам пример, чтобы мы шли по Его следам. Да благословит нас Господь. Боже наш, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе в собрании нашим во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который стал жертвою милосердия за наши грехи, за наше искупление, за наше оправдание. Слава Тебе! Слава Тебе, Боже, что Ты отдал Сына Своего Единородного в эту жертву, чтобы нам дать спасение, прощение и жизнь вечную. Аллилуйя Тебе! Хвала Тебе! Благодарение Тебе, Сын Божий, за это Евангелие, за эту благую весть, которую Ты принес на эту землю, возвещая милость, спасение, прощение, жизнь вечную и воскресение. Слава Тебе, что Ты уплатил дорогою ценою за эту добрую, за эту благую весть. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Боже, что эта весть, она достигла наших дней,
нашего времени. Слава Тебе! Слава Тебе, Боже, за всех мужей, за всех жен, которые стали жертвой за это Евангелие, проповедуя, возвещая, неся Его. Слава Тебе, что Ты укреплял их, Ты поддерживал, Ты давал им силы и мужество преодолевать все препятствия, все скорби, все страдания и тесноту. Благодарим, благодарим Тебя, Боже, что Ты испытал нас, Ты переплавил нас, Ты ввел нас в огонь и в воду, Ты вывел нас на свободу. Мы прославляем Тебя за это время благоприятное, тихое, мирное, за эту свободу, которую Ты даровал стране нашей, народу нашему. Слава Тебе! Это Твоя милость, это Твоя пастырская забота, попечение, благословение. Мы прославляем Тебя, и мы молим Тебя, Боже, благослови нас в этом собрании. Мы вполне сознаем, мы без Себя ничего не можем делать, но Ты веди нас, Господи, на Твои высоты, Ты веди нас на Твои пажити, Ты веди нас к водам тихим, укрепляя, ободряя, утверждая, исполняя силою, умножая веру в сердце нашем. Благослови, Боже, молодое поколение, благослови, Боже, братьев наших, старцев и стариц, которые прошли узы, скорби, тесноту, гонение. Благослови, Боже, всю страну нашу, народ наш, правительство в стране нашей. Благослови этот город, где много год, Боже, Ты даешь нам этот приют, эту возможность иметь такие общения. Благослови Твоим особенным благословением, продлевая милость, мир, покой, благополучие в земле нашей. Останься с нами, благослови нас, благослови всех братьев, сестер, которые будут проповедовать, свидетельствовать о милостях Твоих, петь славу имени Твоему. Дух Святой, наполняй, животвори, укрепляй, прославься в этом собрании, Отец и Дух Святый. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Слава Богу, братья и сестры! Поем, слушаем. Сейчас приветственным словом к молодежи обратится начальник молодежи, епископ, ответственный за молодежный отдел Братства Украины, Думанский Геннадий Викторович. А после брата Геннадия мы еще слушаем хор евангелизационный города Винницы. Да благословит Господь! Братья и сестры, слава Богу! Я немножко хочу поправить Михаила Йосовича. Начальником нашим, молодежи и старших всех нас, начальник жизни и совершитель веры Иисус. Слава Ему! Слава Ему! Друзья мои дорогие, мы имеем сегодня особую конференцию. В конференции, в которой участвует молодежь всех поколений. Мы сегодня прежде всего поздравляем нашу молодежь, ОЦХВЕ, Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской Украины. И пусть Господь вас обильно, братья и сестры, благословит, чтобы потоки милости Господней и Его роса сходила на ваши сердца. Мы сегодня приветствуем также ветеранов веры, которые перенесли тягость дня и зной палящего солнца и испытаний. Мы сегодня будем просить Господа, чтобы Господь обильно преподал слово жизни и правды своей. Мы имеем тему конференции «И помни весь путь твой». И да, здесь сегодня есть люди, которые могут вспомнить. И при воспоминании этого пути, возможно, у кого-то и дрожь по телу пройдет. Возможно, и слезы навернутся на глазах ихних. Однако же мы твердо знаем, что пред лицем Его, всемогущего Бога, все это отмечено, потому что там пишется памятная книга. Слава Богу! Друзья мои, дорогие молодежь, возможно, вам еще нечего много вспомнить, но я хочу сказать другое слово. Помните заповеди Господа Иисуса Христа для того, чтобы вам войти в город воротами, иметь участие в святости Его, иметь участие в жизни вечной. Друзья мои дорогие, а всем нам, как Господь некогда обратился через пророка Иеремию следующими словами. И Он говорил: обрати внимание твое на дорогу, на путь, к которому ты идешь. Друзья мои дорогие, и пусть Господь поможет нам всем извлечь это драгоценное для нашей жизни. Пусть Господь сегодня трудится через братские уста, через голоса поющие, через Дух Святой, через Его прикосновение и Слово Его, чтобы Он обратился к нам, и чтобы нам, оставивши это место, быть как напоенный водою сад. Господнего вам благословения, друзья. Аминь.
Только сегодня, но и в эти дни, и в повседневной нашей жизни часто слышим слово «Иисус». Это наш друг, это наш брат, это наш спаситель, это наш первосвященник, это наш ходатай, слава Ему. Я благодарен хористе за пение прекрасное, да благословит вас Господь и приумножит свои благословения в талантах ваших, чтобы вы более и более прославляли живого Иисуса Христа. Да благословит вас Господь и хранит в вашей жизни. Сейчас продолжение нашей конференции. Время очень быстро идет, но мы будем продолжать конференцию. Сейчас приглашается к слову Петр Федорович Борщ, один из начальствующих епископов огромного братства Хивее. Да благословит Господь, брат Петр, пригласить народ Господень к молитве, прославить нашего Господа, потому что после проповеди и молитвы будет обеденный перерыв, но то потом будет дальше объявлено. А сейчас слушаем брата нашего возлюбленного. Братья и сестры, дорогая молодежь, я всех вас приветствую. Я рад сегодня быть вместе с вами, и мы сегодня имеем это торжественное служение. Мы сегодня празднуем юбилей, 90-летие, с того момента, как Иван Воронаев наступил на украинскую землю и принес то учение, которое мы сегодня с вами имеем. И я для тех, которые несли, можно сказать, это тягость до сегодняшнего дня, те братья, которые сегодня среди нас, которые тоже прошли узы, как и сам Иван Воронаев, которые до сегодняшнего дня, никто не знает, где его могила. И вы знаете, я нашел место в Священном Писании для утешения тех, которые несли зной и тягость до сегодняшнего дня. Было время трудное, было время другое, нежели который мы сегодня имеем. И пророк Исаия в 49 главе, с 8 стиха, говорит такие слова. «Так говорит Господь во время благоприятное, в наше время. Я услышал тебя, и в день спасения помог тебя. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошения.
сказать узникам: «Выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь, они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить их. Не будет терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, и вот одни из севера и моря, а другие из земли Синим. Радуйтесь, небеса, и веселитесь, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». Слава нашему Господу! Я думаю, что наши братья-узники сегодня, они могут сказать: действительно, Господь помиловал нас и утешил нас. Я хочу иметь слово к молодежи. Я смотрю на вас и радуюсь. И я в прошлом году был на одной из молодежных конференций и задал вопрос: кто 10 лет тому назад на такой же молодежной конференции был? И вы знаете, было 1350 человек. Из них только двое подняли руки, что были 10 лет назад на молодежной конференции на ту. Поэтому я думаю, через 10 лет вы тоже все, которые здесь, станете отцами, матерями, станете другими. Уже, может быть, многие из вас потеряют название молодежь. Но я хочу к вам сегодня иметь слово то, что молодежь, о чем молодежь говорит и в чем молодежь нуждается всегда. Мы всегда, когда приходим на служение, мы говорим о благословении. Все люди говорят о благословении. Молодежь постоянно говорит о благословении. Пожилые люди говорят о благословении. Мы отправляемся в путь, говорим о благословении. Женится или выходит замуж, говорит о благословении. И все время говорим о благословении. И Слово Божие о благословении говорит очень много. Если не ошибаюсь, около 400 раз Священное Писание говорит о благословении. И я хочу, чтобы все мы с вами, все вы и я вместе с вами могли понять, что такое благословение для нас, молодежь. Когда мы читаем Слово Божие, книга Притч, 10 глава, 20 стих, сказано так: «Благословение Господне обогащает и печали собою не приносит». Давайте мы рассмотрим на основании Слова Божия, кто может унаследовать благословение. Кто может унаследовать именно благословение? Каждый желает благословения. Я знаю, что мы говорим о благословении. Но я хочу сегодня, чтобы мы могли вникнуть именно в суть этого слова и посмотреть, кто может унаследовать благословение. Все люди могут унаследовать. И мы скажем все, мы так привыкли, мы благословляя друг друга и говорим: да благословит тебе Господь. Но вы знаете, я, изучая вот эту тему, и вник, и буквально две недели уже вникаю в эту тему, я не встретил, чтобы Бог благословил грешника. Бог не благословляет почему-то грешника. И вы знаете, в притче 10 глава 6 стих сказано: благословение на голове праведника. Благословение на голове праведника. В другом месте тоже, притча 28 и 20, сказано, что верный человек богат благословением. Вы знаете, мы молимся о благословении, а иногда мы пожинаем какие-то печали, какие-то недоразумения.
И думаем, почему так получается в нашей жизни? Мы переживаем о благословении, мы желаем благословения, а тут ее нету. Пятый псалом, 13 стих сказано: «Ибо ты благословляешь праведника». Ты благословляешь праведника. Я думаю, что вся молодежь, которая здесь, мы вместе все, мы желаем благословения. Благословение мы получаем, поскольку мы живем правильно с Богом. Вы знаете, по долгу моему служению, когда меня приглашают в тех семьях, где что-то у них не ладится, после брака, я первый вопрос, который задаю: как ваши были отношения до брака? Какие ваши отношения до брака? Хочу вам сказать, что 90, можно сказать, процентов имеют проблемы те, которые до брака жили греховной или неправильной жизнью. Молились за благословение, молились служителя, молились церковь. И бывает, когда все желают благословения, но ее нету. Почему? Сказано, что благословение на голове праведника. Я бы хотел, чтобы мы сегодня все задумались, желаем мы достичь благословения в каком-то деле, в какой-то области нашей жизни. Как мы идем к этому благословению? Как мы готовимся к этому благословению? Потому что сказано: ибо ты благословляешь праведника. Есть люди, которые плачут. Говорят, молилась церковь, молились служителя. Но нету результата, нет изменений. Братья и сестры, дорогая молодежь, для того, чтобы было изменение, и для того, чтобы у нас шло все хорошо, нам нужно жить правильно перед Господом. Живя правильно перед Господом, мы можем унаследовать благословение. Когда мы читаем послание апостола Павла к Галатам, 3 глава, 9 стих, то апостол Павел говорит: верующие благословятся с верным Авраамом. Почему-то не написано, что верующие благословятся с Каином. Не написано, а с верным Авраамом. И когда мы читаем книга Бытие, в 12 главе 3 стих сказано о Аврааме: «И благословятся в тебе все племена земные, в праведном человеке». Бог посмотрел, увидел верного человека, и ради него благословлятся все племена земные. Бывает в жизни разные моменты, но нам, христианам, те, которые служим Богу, которым мы доверяемся Ему, нам необходимо знать, что унаследовать благословение, унаследовать благополучие, другими словами, нам нужно иметь правильную жизнь перед Господом, иметь святую жизнь перед Господом. Вы знаете, многие люди хотят благословения и думают о благословении. Но я хочу сказать, что иногда Бог дает то благословение, которое мы не ожидаем. Мы молимся и хотим благословения. Но иногда Бог дает то благословение, которое мы не ожидаем.
Вы знаете, в 127-м псалме написано в 4-м стихе такие слова: «Так благословится человек, боящийся Господа». Я думаю, что для молодежи это мало сказано. Для тех, кто постарше, о чем-то это говорит. Там именно идет речь о рождении детей. И вы знаете, вся молодежь, которая думает вступать в брак, и когда я был лидером, как сегодня принято сказать, или руководителем молодежи, в то время мы говорили, помню, к нам приехал один брат из Днепропетровска, служитель. Ему тогда было 84 года. Он был рукоположенным еще из тех именно из Воронаевского времен. Я уже не помню фамилию. И вы знаете, у нас было 100 с чем-то душ молодежи, и он задал вопрос. Кто из вас думает вступать в брак? Ну, кто из молодежи не думает? Есть такие? Редко, может быть, единица. И все сказали: да, думаем. И он задал вопрос: а кто думает из вас иметь 10 душ детей? Никто не думает. Никто не думает. И он сказал: вот это беда многим семьям, которые вступать в брак все думают, но не думают последствия брака. А последствия брака имеют свое благословение, к которому к ним нужно готовиться, еще будучи среди молодежи. Настраиваться. Настраиваться на это. И это очень важный фактор в жизни христианина. Чтобы быть Божьим благословением довольны. Вы знаете, когда спросили богатого человека: у тебя есть 10 миллионов долларов, что ты бы хотел еще? Он говорит: 11 хочу. А когда спросили: в семье у тебя 10 детей, что ты хочешь? Он говорит: я доволен этим. Хочу вам сказать, благословение надо быть довольным. Благословение надо быть довольным. И надо понимать, что жизнь человека перед Господом, она должна быть чиста, она должна быть праведна, она должна быть святая, чтобы унаследовать благословение. Человек, который ведет неправильную жизнь, греховную жизнь, он не может унаследовать благословение. И если кто-то прожил неправильную жизнь и выходит перед церковью и ожидает от церкви благословения, человек обманывает сам себя, обманывает церковь. Но Бога нельзя обмануть, потому что благословение дает Господь. И Он видит, насколько мы верно ходили перед Ним, насколько мы верно жили, насколько мы верно поклонялись Ему, насколько мы искренно ходили, насколько мы искренно ходили перед Богом. И если мы желаем унаследовать благословение, нам нужно думать и помнить, что благословение исходит от Господа. И надо решать вопрос свой с Господом, личное отношение свое иметь с Господом хорошее, жить перед Господом святым, чтобы Господь благословил тебя. Это очень важный фактор в жизни христианина. Потому что мы о благословении говорим, нет у нас служения, чтобы мы не говорили о благословении. И говорим: Боже, благослови, начинается служение, благослови. И мы встречаем такие моменты в церкви, что посмотрим и думаем, благословляет ли Господь это служение или нет. Благословляет или нет. Потому что есть некоторые проявления, которые Богу не угодно. Или это не по Божьей воле. И Бог благословляет только то, что чисто, то, что свято.
Вы знаете, я в Германии был на одной из конференций и встретился там с одной группой с Украины. Отсюда певчая группа. Когда мне сказали, что эта группа с Украины, сказали название группы, я что-то не слышал. Ну, думаю. И вы знаете, когда они только познакомились со мной, я их спросил, откуда вы, какое вы служение несете. И один представил себя и сказал, я руководитель группы хвалы и поклонения. Моя жена руководитель танцев, который восхваляет Господа. Я сразу задумался и сразу понял, что за направление идет. Я им задал вопрос, насколько Бог благословляет ваше служение? И они, конечно, не могли мне ответить. Сказали, Бог знает. Друзья мои, я хочу, чтобы мы, что приносим перед Господом и хотим, чтобы Бог благословил, мы должны иметь веру и познание, что это все по воле Господней. Да благословит нас Господь. Для молодежи, который вступает в брак. Хотим, чтобы Бог благословил. И хоть желаем этого, должна быть чистая жизнь. Это одно. Второе. Свой партнер брака должен быть соответственно, как говорит Слово Божие. И тогда можно получить благословение, потому что верный человек богат благословением. Поэтому да благословит вас Господь всех. И я желаю, чтобы мы всегда помнили, что Божьи благословения должны сопровождать нас. Должны сопровождать. Но для того, чтобы сопровождали, еще раз повторяю, нам нужно обратиться к Слову Божьему. Нам нужно жить правильно. Нам нужно жить на основании Слова Божия. И те, которые думают получить благословение от родителей, кто думает получить благословение от Бога, мы все, от родителей мы желаем получить благословение, мы должны быть послушными родителям. Если мы хотим получить благословение от Бога, должны быть послушны Богу. Если мы хотим получить благословение от церкви, должны быть послушны церкви. Где мы ходим? Вы знаете, потому что есть моменты, когда человек говорит, Бог меня и так благословит. Бог в непослушании не благословляет. Бог в неисполнении Слова Своего не благословляет. Поэтому нам необходимо иметь живаго Бога среди нас, который говорит, который нас поправляет и который помогает нам. К такому Богу мы должны прибегать. Потому что если мы служим Богу, но мы не желаем, чтобы Бог нам говорил, мы не желаем, чтобы Бог к нам имел слово. Мы желаем служить как-то и быть сами по себе. Где-то Бог далеко от меня, и я далеко от Бога. Увы, такого не бывает. То, что мы делаем, мы должны делать при благословении Господнем. И да благословит нас Господь. И я желаю вам всем, дорогая молодежь, чтобы вы все стремились к тому, чтобы получить Божие благословение на основании Слова Господне. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Боже вечный, хвала Тебе, дорогой Господь. Мы благодарны, дорогой Господь, за этот день. Мы благодарны, дорогой Господь, за то, что Ты любишь нас. Мы благодарны, дорогой Господь, что Ты есть Бог живой. Бог славный, хвала Тебе. Благодарим, дорогой Господь, ибо Ты управляешь нами. Слава Тебе. Благослови церковь, народ, дело Царствия Твоего. Благослови. Прибудь с нами, прибудь с народом Твоим, прибудь со всеми, призывающими имя Твое. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение. Слава Тебе. Благослови. И, Господи, помоги нам оставаться благодарными прославляя Тебя, восхваляя Тебя, воздавая Тебе славу, честь и поклонение, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, слава Тебе, благодарим и
славим Тебя, хвала Тебе, аллилуйя, слава Тебе, благодарим, слава Тебе, благослови, Господи, благодарим за этот день, благодарим за это общение, благодарим, Господи, за эту встречу, благодарим, что Ты есть любящий, всемогущий Бог, слава Тебе, хвала Тебе, дорогой Господь, слава Тебе, благослови церковь, народ, делу царствия благослови, помоги остаться благодарными Тебе, восхваляя Тебя, вызывая Тебе славу. Господи, мы просим, благослови, мы просим, покрови, выходи на встречу, дорогой Господь, хвала Тебе, аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, хвала Тебе, слава Тебе, Боже, услышь, дорогой Господь, за всю славу. И мы славим Тебя. Ты есть живой и вечный, славный Бог. Господи, Ты посреди нас, слава Тебе. Мы благодарны за это благоприятное время. Мы благодарны, дорогой Господь, что, Господи, мы сегодня имеем Слово Твое. Мы сегодня благословляем Тобою, слава Тебе. Господи, мы благодарим за это юбилей, Господи, 90 лет тому назад. Наш брат, который принес нам, Господи, учение о крещении Духом Святым. Господи, о спасении, которое мы сегодня имеем, слава Тебе. Мы благодарим за это. Просим, благослови нас на дальше. Благослови молодежь. Помоги, Господи, чтобы мы правильно шли к благословению, чтобы мы могли получать благословение Тебя, жить правильно, свято, чисто и постоянно исполняя волю Твою. За все слава Тебе, хвала, благослови, прибудь с нами и помоги остаться Тебе благодарными, прославляя Тебе великого вечного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.